Я знаю. Нет, она... Достался. Итак, в истории сербского футбола первый гол на международной арене забил Михаил Гвоздь, номер 30. Говорит, какие, говорит, пенсионеры. А Санька, ёпта. Отдайте мяч. Вот он, зазор. Туда пока придет. Надо у тебя не пошли. Красиво. И мы всю жизнь сидели. Часто всего 5 минут из расходования. 5 минут. Я же снимаю всего 8 минут. Вот,
Ваши партнер. Сзади, сзади, сзади! Да нет, ну если 17-летний играет. 88-й. Хорош. Да. Ну сейчас будешь меня вот насесом. Ну, наверное, уже не вместе. Thank you.
А как мордва куда пустили? Сел ты поехал. Воскресенье мне баба готовит, не в 7 часов. Принесешь деньги, хоть 6 езжай. Они 8 уехали, а 9 тут как было. Вот так, ты понял? Сейчас бы халяву его. Помогай, помогай, садись. Воротами. Он воротами туда. А то он стоит. Не лезь! Забивай! Ну! Ну, блядь! Вратаря уложили к одним, блядь! Бьет в упор! Да, потому что я ровно подъехал. Зашел сюда. Ты что, переводишь? Время 10:02. Начали себе. Ты мордва ехал. Юра, дай! Давай бить! Давай бить! Я сказал, забью. Правильно сделал. Закончил. Какой же гол забил? Вот так же лицо. Будем подыгрывать, если не уходящий. За поле выйдите! Не надо, пускай там. Куда пролетел? Под тобой сразу, под тобой! Дай сразу! Санчо! Куда ты бежишь? Какая вне игры, он с мяч ушел. Пауз был. После удара. Миша, ну борись! Я говорю про когда-то. Один, быстрее! Здесь, поворотом и...
Вот это? Да. Сзади! Не лезь! Поворотом! Вы место смотрите, держите. Да, конечно. Ну, вопрос такой простой. У вас юношеская команда, где вы участвуете, как вы сюда попали? Тут говорят, вы в Самаре были, что-то проездом таким образом. И какие ваши достижения и вашей команды в своей республике? Ну, можно начать? Да, пожалуйста. Мы приехали из Казахстана, с города Актау, бывший Шевченко. Команда называется «Каспий Актау». Так, бронзовый призер чемпионата Казахстана 2005 года. Среди юношей 88 года рождения. Так, мы приехали сюда по приглашению детского футбольного клуба «Жигули», город Самара, директор клуба «Балев» Константин. Вот по его приглашению. И вы проводите такую серию товарищеских встреч? Мы проводим. И где вы играли уже, с какими командами встречались? Это последний вас играли, еще будет? Нет, последний. Мы приехали сюда на матчевые встречи. Так, первая игра у нас была в Тольятти с клубом